Добрый день. Уроки для тех, кто остался дома, игры на гитаре. За спиной у Вани плакатик «Мойте руки», внизу дезинфицирующие средства, то есть карантин и все сопутствующие дела. Можно научиться играть блюз-квадрат, совмещая его с рок-н-роллом. Мы сейчас покажем, как это все делается. Мне поможет Иван. Итак, вначале нужно сыграть рок-н-ролльную схему от ноты соль. И добавить на третьем ладу баре и аккорд соль мажор. И за счет шестой, седьмой и шестой ступени разыграть его. Еще раз. Чуть-чуть ниже получается вторая схема от ноты до. То же самое. Баре на третьем ладу, баре до мажор. До секст, септ, секст, и в начало опять соль, соль мажор, секст, септ, секст, четвертое открытое, бары на пятом, секст аккорд, септ, секст, возвращаемся до, бары на третьем, до мажор и начало соль, баре на третьем и в конце ре мажорный септаккорд